Здравствуйте, уважаемые участники конкурса «Северное сияние». Меня зовут Александра, и я участвовала в конкурсе «Северное сияние», когда училась в Петрозаводском музыкальном колледже имени Карла Эриковича Раути. Я участвовала в двух номинациях – в сольной и в ансамблевом исполнительстве. Могу сказать, что конкурс запомнился своей праздничной атмосферой и очень-очень насыщенной программой. Мы вместе с моей ансамблисткой посетили несколько мероприятий в рамках конкурса, и это были замечательные, очень активные и запоминающиеся дни. Участникам конкурса, который будет проводиться с 19 по 21 ноября, хочется пожелать уверенности в себе, сосредоточенности на сцене и творческого полета. Всем удачи!